Итак, всем привет. Заценим Бэтмена на GTX 970. Настройки графики стоят все максимальное. Фишки от NVIDIA тоже все включено. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и вообще пишите в комментариях, что вы думаете. То есть хорошая ли оптимизация будет или нет. Потому что, ну, конечно, просадки все равно нуждаются, да, то есть 60 кадров может там. До 30 кадров. Че, это же с консоли квартиры. Вообще всего 30. Все, на этом все. Всем пока.